Smoker Craft Stinger 162 2004 года с мотором Yamaha 50 лошадиных сил и над одноименным трейлером Smoker Craft. Лодка имеет неплохое рыболовное оснащение. В комплект входит 3 тента, ходовой тент, транспортировочный тент и стояночный тент. Из оборудования электромотор Минкота с дистанционным управлением и тяговым аккумулятором, а также зарядным устройством Минкота, позволяющим зарядить этот аккумулятор. 2 даунриггера Скотти на подставках-пьедесталах с держателями для удочек, грузами, клипсами, а также 2 отдельных держателя Скотти, перемещаемые на 360 градусов. Установлен дополнительный сигнал очень приятного звучания. Хороший эхолот Lowrance HDS-5. И прочие аксессуары. Посмотрим поближе. Состояние лодки отличное. Никаких царапин на борту, ничего нигде не проглядывается. Линейка для измерения размера рыбы. Носовой части 3 отсека больших, большой аэратор, держатели, транспортировочные держатели для спиннингов, педаль управления, электромотор. 3 сиденья в прекрасном состоянии. Тяговый электромотор, огнетушитель. Там же и зарядное устройство, его скоро увидим. Ковролин в идеальном состоянии, где никаких потертостей, дыр, ничего нет. Лидеры Скотти, груз, клипса, подставка, держатель. Мотор Yamaha работает как часы. Винт в прекрасном состоянии, никаких сколов, царапин, ничего. Смотрим приборную панель. Lowrance HDS-5. Цветной прекрасный эхолот. На панели управления переключатели, подача аэратора, свет, помпа, скорость, уровень топлива, прикуриватель 12 вольт, управление Yamaha. Также оригинальный компас, жидкостный компас Минкота. Миниатюрный, очень хороший, удобный. Отличный помощник. В сильном тумане, когда не работает GPS-навигация. Незаменимая вещь. Эхолот находится на держателе, на кронштейне поворотном. Дополнительный сигнал фирмы EFI. Диски прекрасные. Отличные боковые направляющие для завода лодки на прицеп. В любой ветер можно спокойно одним лицом завести и культурно поставить ее сверху. Запаска абсолютно новая. Видно по резиновым шипчикам. Трейлер также в идеальном состоянии. Такой прекрасный рыбачок. Надо отметить, что этот мотор 50 лошадиных сил отлично вписан в эту лодку, поскольку у нее невысокая киловаттность на трансе, то она летит как ракета с этим мотором. В принципе, больший мотор здесь абсолютно не нужен. Отличный, легкий, маневренный рыбак.
с прекрасными тентами, защищающими лодку и пассажиров от всяких невзгод и непогод. Очень сбалансированный, динамичный комплект. До встречи на воде!